Кто предупрежден, тот вооружен. Старшеклассники Октябрьского района теперь знают о нормах уголовного законодательства, регламентирующего возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Об этом им рассказал прокурор района. По словам представителей надзорного органа, за 9 месяцев этого года подростками совершено 40 преступлений, что и стало поводом для анонимного анкетирования учащихся 9-11 классов. С помощью такого анонимного анкетирования прокуроры района будут выявлять подростков, склонных к совершению преступлений, а также тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Анализ показал, что за 9 месяцев в Октябрьском районе подростками совершено 40 преступлений. Этот факт говорит о том, что нужно действовать, выявлять причины совершенных преступлений. Шаг к этому – опросник, который составили органы прокуратуры. Так, старшеклассникам конкретно рассказали, с какого возраста наступает уголовная ответственность и чем грозит совершение правонарушений и преступления. По словам самих учащихся, за один день они поняли для себя немало. В Октябрьском районе 37 школ. Подобные опросы здесь проводятся не первый год. Это дает свои результаты. Количество преступлений снизилось на 20%. И работа в данном направлении будет продолжаться.